Для каждого свое. Своя форма. Кто-то прекрасно себя чувствует, накачав себе бицуху 45 сантиметров, а кто-то может посидеть с книжкой и накачать себе вот эту вот мышцу мозговую, так, чтобы она у него, чтобы он светился. Прям. С такой скоростью все делать, что... Не знаю, форма у каждого своя. Если найти баланс в отношении духа, головы и физического состояния, кто-то достигает это йогой, кто-то ходит в зал, кто-то в бассейн, кто-то еще куда-то в читальные залы, в библиотеки, в какие-нибудь музеи. И то, и другое, и третье имеет смысл быть, поскольку в форме быть — это вот как раз баланс между этими тремя вещами. И, конечно, нужно высыпаться. Ну, если не пересыпать, не спать по 8 часов, ну, хотя бы по 4, по 6.